Тик-так, тик-так. Это, друзья мои, звук времени, убегающего от вас. Кислота. И с последним ударом в полночь вам обоим наступит, как бы это сказать, капут. И так как мне нельзя опаздывать на очередное ограбление, желаю вас Ауфидерзайн. Какая по счету? Пятая или шестая ловушка за последние несколько лет, в которую я попадаю из-за тебя? Но я уже извинился. Выше и правее. Кто же знал, что в его наручных часах спрятан ядовитый газ? Что, типа ты никогда не ошибался, Бетс? Я сделал ошибку, когда подумал, что ты поможешь остановить короля часов. Чем больше ты ворчишь, тем больше времени у меня показать себя. У нас с зеленой стрелой давний спор. А все потому, что мы давно знакомы. Но как бы мы с ним ни спорили, правда в том, что мы доверяем друг другу. И хотя я никогда не говорил ему об этом, но оказаться в безвыходной ситуации я бы не хотел ни с кем, кроме него. Пора разобраться с королем часов.